А те четвероногие, которым повезло с хозяевами, тем временем приняли участие в выставке собак в Сосногорске. По сути, в районе впервые прошел чемпионат Российской кинологической федерации. В итоге лучшей из лучших признана немецкая овчарка по кличке Норден Лихт Лайс. Александр Думборович успел посмотреть и на других участников. Ветеринарный контроль, регистрация, и вот участник допускается до одного из рингов. Для начала судьи пристально осматривают конкурсантов. Очень внимательно смотрели зубы, смотрели движение внимательно. Вот. В общем-то, я считаю, довольно компетентно и довольно доброжелательно. В выставке принимали участие больше 300 собак. Были среди них и выдающиеся во всех смыслах экземпляры. Вот этому сенбернару, который в росте уже не уступает человеку, нет еще и 2 лет. Добрая, доброжелательная, короче, спокойная собака. Дома с детьми играется, все хорошо. Миниатюрных собачек тоже хватает. К примеру, чихуахуа. Этот питомец по кличке Домино стал лучшим представителем своей породы. Маленькие, не знаю, больше нравятся маленькие. С ними удобнее. И в машине, и на выезде, на выставке удобнее ездить. Вот все говорят, что маленькая собака как кошка. Я очень с этим поспорю, потому что маленькие – это компаньоны. Они живут конкретно с людьми, спят с нами в постелях, и они очень умные. Председатель клуба собаководов Валентина Русецкая говорит, неважно какой породы собака, шансы на победу есть у всех. Критерии оценки, ну это в зависимости от породы. Если это, извините меня, хорошая порода, которая занимается именно заводчик, то они действительно имеют оценку отлично. Я вообще-то всегда любила только, как говорится, своих такс. Такс нынче уже мало. Люди просто, может, недопонимают породу или просто по плохим, как говорится, суждениям. Ну, собаки, как у людей, бывают и хорошие, и плохие. Такая выставка в провинциальном городе скорее исключение. Обычно их принимают региональные столицы. Проведение выставки в Сосногорске стало подарком к 15-летию Ухтинского собаководческого клуба. Оценка всех участников заняла почти целый день. Ну а завершился конкурс традиционным парадом чемпионов. Александр Думбурович, Павел Щеглов, телеканал «Юрган», Сосногорск.